Заторы на таможне – горячая проблема июля. С недавнего времени пробки на российско-украинской границе можно отслеживать в интернете на сайте Центрального таможенного управления. Раньше водители большегрузного транспорта простаивали в ожидании своей очереди несколько суток. Теперь такой проблемы на границе нет. Федеральная таможенная служба переправляет потоки машин на менее загруженные пункты пропуска. Среди них Шебекино, Бугаевка, Крупец и Суджа. В пунктах пропуска, расположенных на территории Курской области, никаких заторов по отношению грузовых транспортных средств в настоящее время не имеется. На въезд и на выезд в рабочем режиме находится порядка 50 машин. Таможенники советуют перед отправлением заглянуть в интернет и заранее скорректировать маршрут следования.